вызове колонистов. Я не верю в это. Это не твое дело. У них нет ни единого шанса. Пожалуйста, приготовь шаттл, пока я не передумал. Все готово. Женщины, идите в главном комплексе, все остальные на баррикаду. Убедись, что все готовы. Эй, приятель, может, это заставит тебя улыбнуться? Я только что получила сообщение о том, что миротворцы сейчас штурмуют штаб-квартиру Картех. Похоже, что Картех идет к... Итак, Зетрак станет самой большой рыбой в пруду. Нет, если тебе удастся защитить колонию. Я верю в вас, ребята. Нам нужно нечто большее, чем просто вера. Удачи, крутой. Будь осторожен. Дерьмо. Их куча. Увидимся, Кэнни. Браун, ты знаешь, что делать. Thank you.
Меня подстрелили. Район чист. Шаттлы! Они приземляются на главной площади! Здание! У вас есть 5 минут, чтобы сдаться, или мы выпустим нановирус. Не пытайтесь быть героями. Подумайте о своих семьях. У нас нет выбора. Мы должны сдаться. Стойте. Прежде чем вы сдадитесь, дайте мне 4 минуты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Болт Логан, храбрый защитник колонистов, ты разочаровал меня. Я думала, ты лучше представляешь разницу. Какая неудача. На этот раз я не могу позволить тебе уйти. Хочу сказать, что я горжусь тобой. Я волновалась за тебя. Черт возьми. Что насчет твоего отпуска? Я не знаю. Мы владеем частью очень выгодной шахты. Это большая ответственность. Мы могли бы вести богатую размеренную жизнь. Что скажешь, партнер? Ты говоришь о громадном поместье? О том, чтобы сидеть в кресле и считать поступающие деньги? И рыночная аналитика, и пиар-планы. И больше никаких шатаний по задворкам цивилизованного мира? Больше никаких опасностей, плохой оплаты и самоубийственных заданий? На минутку я подумала, что ты не шутишь. Представляю, как ты руководишь советом директоров компании. Да, черт возьми. Я намного представительнее, чем ты. Слушай, прежде чем мы уберемся отсюда, колонисты настаивали, чтобы мы остались на пару дней. Знаешь, они планируют большую вечеринку. Ты в игре? Почему нет?
Я давным-давно не ел прилично. Но что потом? Ну, у меня есть пара идей. Я, например, подумывала о Диберге. Это другой край галактики. Почему туда? Это длинная история. Я расскажу тебе по пути туда.